Еще. Ой, падает, Алиса, она падает, смотри. Она падает, наша башня, лови ее. Это Алиса. Вы на канале? Маникалиса. Мы сегодня что будем делать? Water. Water. Ice. Челлендж. Water Ice Challenge. Сегодня мы с Алис попробуем сделать Water Ice Challenge. Это сейчас очень популярный челлендж в Америке, а у нас его еще вроде бы никто не делает. Но мы решили попробовать и посмотреть, получится ли это у нас. Ну что, начинаем? Давай. Итак, я объясняю, как это работает. Смотрите, вот здесь у нас в бутылке просто вода. Смотри-ка, Алис, у тебя здесь просто вода. Сейчас мы попробуем эту воду заморозить у вас на глазах. Для этого нам нужно всего лишь очень тоненькой струечкой наливать воду вот в этот лед. И мы посмотрим. Смотри, Алис, вода должна замораживаться. Посмотри. Ты видишь, лед вырастает здесь. Ты видишь, у нас вырастает лед. Смотри. Посмотри-ка, у нас получилось, Алис. У нас получается. Мы должны вырастить башенку как можно больше. Но посмотри. Посмотри, она у нас растет. Посмотрите, у нас получается. Ну-ка. Пробуем. Оп. Ну вот. Кое-что у нас получилось, но, по-моему, мы уже растопили весь лед. У нас получилась довольно маленькая башенка, но тем не менее она у нас все-таки получилась. А сейчас мы попробуем сделать то же самое, но с разноцветной водой. Алис, ты звеюшек специально расставила? Да. А если у нас не получится, что будет тогда? Будет потоп всемирный у зверюшек. Сильный потоп. Давай ты будешь Эльза. Давай, ты будешь, ну, ты будешь Эльза? Давай, как Эльза, делай рукой, как Эльза делает рукой. Смотри, вот так, смотри рукой. Получается, у нас получается с синей водой. Посмотри, какая уже большая башня. Ну, ничего себе, слушай, смотри. Еще. Ой, падает, Алиса, она падает, смотри. Она падает, наша башня, лови ее. Опа! Вот это да! Ну ты настоящая Эльза, просто посмотри, как ты воду заморозила. Ого-го! Вот с синей водой у нас получилось здорово. Правда, все теперь вокруг в синей воде, но ничего. И кто у тебя потонул из зверюшек? Слоник! Слоник, спасайся, у тебя потоп! Спасайся скорей! Спасайся! Кто может? Давай-ка я покажу. Ой, все тонут. Ой, наша башня падает, Алис. Наша ледяная башня маленько упала. Ну-ка. Посмотрите-ка на это. У нас получился самый настоящий моментальный лед. Вот такая красота. Ой, у тебя теперь синий носик. У зверюшек получилось целое озеро. А сейчас мы попробуем самое интересное. Садись поближе, мы будем делать сладкий лед. Смотри-ка, это вода с сиропом. И мы посмотрим, если у нас получится. Смотри, не бойся, если вода потечет. Подожди. Смотри, Алис, у нас получается. Посмотри. Ну как?
Та-дам! Посмотри, Алис, что получилось. Ой-ой-ой, вот это да. И посмотрите-ка на это, что у нас получилось. У нас получился настоящий сладкий лед из сиропа. Ну-ка, на, попробуй. Ой, вкусно? Тебе нравится? Сладенько? Ну что, по-моему, челлендж у нас получился. Как ты думаешь, Алис, получился у нас челлендж? Да. Мы это сделали. Вот это да. Вот это вкуснота. Ну что? Если вам понравилось, ставьте. Подписывайтесь на канал. Планета Алис. Всем пока. Всем пока.